Останки трех армянских военнослужащих были накануне найдены в ходе поисковых работ на территории Джебраильского района. Как передает «Спутник Армения», останки были обнаружены на позициях. За время поисковой операции в зоне недавних боевых действий найдены в общей сложности останки 1197 армян. Согласно информации, 9-10 января поиски вестись не будут, так как производится смена российских миротворцев, несущих дежурство на постах. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.